Гинеколог только картошку готовит. У меня даже уже воротник поднялся, пишет нам некая Алена. Алена, гинекологом я еще не был. Кстати, хорошая идея. В общем, ребята все решили. Вторую неделю на заводе дорабатываю, увольняюсь. Пофигу, что там хорошая оплата, пофигу, что коллектив у меня хороший на заводе. На шахту пока тоже не пойду. Тут интереснее предложение поступило. Я вот думаю, а вот устроюсь я гинекологом в какую-нибудь клинику, хорошую такую, популярную, знаменитую. Ну, я же популярный, вы же меня смотрите. Вот, только в хорошую клинику устроюсь гинекологом. Не помощником гинеколога, а сразу гинекологом. Ну, понимаете, да? Так вот, я вот думаю, у меня интерес не пропадет. Для меня это очень важно. Вы знаете, я начал переживать, что если я буду работать гинекологом, да, будут ко мне идти, да, будет очередь, да, я буду помогать вам. В разных аспектах вы будете получать море информации, вы будете много узнавать о себе, о своем организме. Я вам это все буду доходчиво рассказывать, показывать и разъяснять, как правильно либо миксером пользоваться, либо, если вы умеете готовить на кухне безе, венчиком взбивать. Но это отдельная тема. Но я не знаю, а если пропадет интерес, как мне быть дальше?